приветствуем вас на молодежном арт-фестивале «Нескучная классика». Событие для тех, кто молод, ярок и креативен. От души желаю вам всем удачи и верю, что мы получим удовольствие сегодня от того, что увидим на сцене, от того, что услышим. Спасибо вам огромное. Удачи! Я желаю всем удачи, а всем зрителям хороших двух дней впечатлений. Всего доброго! Онегин, добрый мой приятель, Всевышний волю Зевеса, наследник всех своих родных. Ой, вы гости, господа, долго ли ездили? Куда? Здесь отчий мой очаг, так почему же мне всю Россию снится? Месяца культуры, как важно, что именно сегодня, когда идет борьба за русский язык, за классику, за умение читать, чтобы молодежь была вовлечена в культурное пространство, проводится такой фестиваль. Поздравляю вас с открытием фестиваля, желаю всего самого замечательного. А в юношеской библиотеке так держать. Да, хорошо. Какое-то действие. Ребятня вся замечательная, особенно когда им еще до семи лет, и они в школу не пошли, никто их там не испортил. Вот эта чистота восприятия, она с возраста, к сожалению, уходит, пока не уйдет совсем. Всегда. Вот, и я думаю, что если еще будут такие конкурсы, все равно это будет как-то более известно. Будут в этом конкурсе все больше людей, педагогов, учеников. Все будет нормально. Кто-то из исполнителей что-то новое, то, чего ты не предполагал, не знал в знакомых с детства строчках, вдруг находит, открывает. Это какое-то такое вот творческое добыча сегодняшнего дня. И такой добычи было для меня сегодня достаточно много. Я благодарю всех, кто стоял на этой сцене. Удачи, дай Бог еще раз встретиться. Я желаю всем творческого вдохновения всегда. Удачи как можно чаще. Дерзайте, ребята. Мы благодарим вас за участие в фестивале, за смелость и решительность, за тот талант, который вы продемонстрировали, и за нескучное прочтение классической литературы. Всего вам доброго! До новых встреч!